Пойдем. Пошли посмотрим. Так, на фигуры не залазим. Ну, разбегайтесь, пока никого нет. Делайте, что хотите. Зенит, ты что, с ума сошел? Чем наслаждает? А, водичка то, что здесь? Да. На нас не будут брызгать? В гамак не хочешь полежать? Не, душ, Вань, не надо. А то все как запольет. Бесплатный Wi-Fi, кстати. Он только там ловит? Интересно. Качельки. В гамак не хотите полежать? О, смотри, какая машина. С соломы, как она едет? Можете побыстрее шевелиться, я вас сфоткаю. Она поедет. С Викой вставай. Вливай сюда. Тебя заснять. Меня не крякнешь? Господи, я боюсь. Я тоже. И я птичка такая, да? Да, птичка переросток. Ой, а смотри, лошадку маленькую, Ванечка, видел? Ты это, тетя. Тетя, ты. Он ты, тетя. Смотри, Ван, лошадку. Видишь? Он тетя тыет, пап. А, ты моя сладкая. Ты мой тетя. На него мухи садятся, ему тоже, видишь, не нравится. А вот тачка какая. Ой, ему птичка понравилась. Страусиная. Это вот такие точки. Да вижу, вижу. Только они плюются, главное, чтобы лицо не Никто, это такой верблюдик. Кто это? Кто там стоит? У него горб такой, видишь? У верблюдика. Ой, какой важный. Красивый, важный какой. Большой, взрослый, наверное. Приятного аппетита, верблюж. Приятного тебе аппетита. Ну и куда мои трактористы отправляются? Да, мы тут недалеко. Ну чё он? Соседнее село. На бахте много арбузов собрал, а? Мама, мне с этим, с сенным трактором. Сейчас.
пирамида у него, этот трактор. Как тут в Египте у вас, нормально? Мама, смотри, деревья типа эти с цветами. Ты, говорю, ходишь-ходишь и только начинаешь замечать. Приветик, помаши маме, сынуль. Только не дразни, а то... Давай. Давай, сынок. Арбузов побольше собирай там. Ну, в окно, вот в открытое выгляни. Побегай за ним, Сынкуль, с мячком. Воу! Ну давай, дальше. Здрасте. Ты уже старенький, мне кажется. Судя по твоему педикюру. Мама, так хрумкит, прямо как огурец, да? Ну так, может, он что-то и хрустит такое. Я думаю, что они так едят. Зубами? Это... Угу. Ванька мох не любит. Ну что ты сразу надулся? Не надулся.